Телеведущий и режиссер. Любитель рыбалки с многолетним стажем. И я решил совместить рыбалку и телевидение. Путешествуя по России, он не только раскроет секреты местной рыбалки, расскажет, где хороший клев. Посмотрите, вот такой красавец-судак. И покажет, как правильно подобрать снасти. Говорил, ну вот и поймал. Но и посоветует, какую качественную аппаратуру прихватить с собой. Перезарядил быстро, включил, и можно продолжать дальше. Камера, мотор, рыба. На телеканале «Охота и рыбалка».